Всем привет, с вами снова я, Окслап, и сегодня я попробую поиграть в Майнкрафт с лунным клиентом. Я буду играть, получается, в три режима, это получается у нас Стик Дуэли, Скайварс и Бэдварс. Ну, не буду тогда затягивать начало, давайте уже приступать. И вот, получается, началась наша игра. К сожалению, я Стив, потому что это неофициальный лунар, я его скачал, получается, да, не купил. Поэтому придется играть без скина, но это мне особо-то и не помешает, в принципе. Хотя жалко то, что без скина. Ну да ладно. Как видим, вот он наш лунар. Я тут уже под себя немного настроил. Я убрал вот этот вот вид от третьего лица. Он мне немножко мешал, хотя я не знаю. Может из-за того, что я к нему не привык, я сейчас чуть позже покажу, как он действует. И... Да, все с дракликом нормально. Сейчас я покажу. Так. Вот, например, Hypixel Skyblock. Это когда мы видим... О! Это, конечно, прикольно, но я пробовал так играть. И, к сожалению, я часто падаю. Поэтому я просто вот стандартно оставил. Это, в принципе, мне кажется, даже... Возможно, чуть лучше, возможно, чуть хуже. Там, и там есть и свои плюсы, и минусы. Вот он наш суперстроитель. Нифига себе, он там строится. О! Чуть не соскочил. Доски! Еще интерняк, ну ты прям вообще этот богатей, наверное. Так, тихо. Ага. Так, ПВПшимся. В принципе, неплохой ПВП, я скажу. Мне прям ничего так. Так, сейчас мы. Ох, ёпарас, это он тут, наверное, и застроился. Ну давай, иди сюда. Оп-оп. Так, это сюда. А, он упал нормально. А там... А, там доски. Я думал, тут эндерняк. Вот он дает. Он эндер... А. Нет, он все-таки решил использовать эндерняк. Блин, я забыл то, что тут после возрождения же... Опа, нельзя бить. Так, срочно этот. Тинти. А, надо было кирку купить, но уже не важно. Тинти так тинти. Так, все. Минус кровать. И сейчас минус синий. В принципе, он слишком птичный. Давайте сейчас его добивать. Так, вот сюда. Так, он меня и не будет бить, да? Да, блин, не люблю, когда... Так, оп. Все. В принципе, синего мы быстро зарашивали. Мне прям очень нравится этот лунар-клиент. Вообще, мне кажется, все клиенты хорошие для PvP. Но, к сожалению, они платные. Но и бесплатный, в принципе, вот этот вот тоже неплохой. Так, тихо. Да блин, я хотел фаербол взять, я не на ту кнопку нажал. Придется сейчас мстить Зелену или кто там меня убил. Потому что это не дело. Я хотел просто фаерболом его прибить. Придется его так прибивать. Я, блин, слишком, по-моему, экономный. Оставил все вещи у себя дома. Ну да ладно, в принципе. Я, может, на верную смерть сейчас иду. О, я что-то алмаз оставлял. Тихо, Зелен, я же знаю, где ты. Думаешь, я что, глупый, что ли? Тихо. Полетел. Так, неплохо так сбросили. Давайте тогда забираем броню, ловушку ставим. Вот это все сюда. Так, яблоко, фаербол, блоки и лестницы. Главное, лестницы. Потому что лестницы меня очень часто спасают. Так, это сюда. Так, вот все, горячий клавиш. Как ты быстро сюда, да? Почему? What the fuck? Фаербол просто... Меня предал. Он не стал это, подбрасывать меня вверх. Капец. От фаербола я такого не ожидал. Все, зеленый, это месть. Из-за тебя меня фаербол предал. А, ну понятно, поверх будешь строиться. Ладно, давай. Все, он упал. Все, пойдемте его сразу, короче, ломать. Вот я, наверное, сейчас фаербол. О, фаербол опять сейчас куплю. И кирку, наверное, если мне хватит на нее. Так. Да, офигеть, даже на золотую хватило. Кто там что взрывает? Меня что ли? Нет. Нет, не меня, это очень даже хорошо. Поэтому давайте тогда сразу к зеленому строить. Ёпарас, это... Блин, чат, какой чат? Это какой чат? Окей. Полетел. А, нет, не полетел. Ладно. Блин, не зря кирку купил. Сейчас мы его по-быстрому вот так сломаем. Оп, и всё. В принципе, я даже сейчас его с таким хп убью, да? Давай, почти. Добил, ёпарас, это уже второй, получается, килл без смертей. Ну как без смертей, я сам там падал. Но это не считается, короче. Капец, там белый летает.
чем он там PvP что с желтым, офигеть, сейчас я им помогу, короче. Потому что я обожаю помогать в PvP. Так, а вот белый. Я надеюсь, у тебя есть для меня изумруды? Стой, стой, ты же сейчас их выкинешь. Нет. Не выкинь, все. Сколько? Нисколько? А, блин, это был final kill. А кого я убил? Белого, да? Белого я, по-моему, убил. Надо сейчас идти на белую базу забирать. Мне кажется, он там набрал себе изумрудов. Сейчас мне хватит на кучу интерперлов и этих зелек. Так. Подожди. А, это серый. Так, а надо к белому. Там желтый. Блин, сейчас же желтый все у меня заберет. Кажется, у меня появился план. Во-первых, сейчас стоимся на лестнице. Опа, хорош. Так вот. Оп. Сколько там? Нисколько, блин, он, оказывается, и не собирал ничего. Я думал, у него там изумрудов навалом. Он же посередине все-таки бегал. Блин, обидно, я фаербол зря потратил. Ну, сейчас новый купим. В принципе, не беда. Так, опять я тут накопил, ну да ладно. 25 золота и стак с лишним железа, это, конечно, да. Так, пойдем там раш, кого там? Ой, красный, это я. Желтый. Желтый и серый остались. Серый, серый вон. Сейчас пойдем серого рашить, потом желтого. Так, а серый сюда, получается, через верх да, пришел. Придется идти через... А, два изумруда. Сейчас было бы неприкольно, если бы я их потерял. Так, придется... Нет, лучше тут быстрее будет расстроиться, чем я туда пойду. Оу! Прилетел мне стрела в зад. Это кто там, желтый? Нет, получается, значит, желтый первый. Желтый первая наша жертва. Он этого сам захотел. Он прям мне стрелу, блин, запустил. Офигеть же. Где он есть-то? Где желтый? Где желтый? Блин, сбежал. Ладно, пока серый ближе всех. А, подожди, а серого-то и нету. У серого просто кровать целая. Ну, получается, идем к желтому, сколько там? В принципе, 20 секунд зельки еще. Пойдет, успею допрыгнуть. А вон и желтая база. Он даже особо-то и не застраивал кровать, как я. А, ну все, ГГ, что? Что там? 9 киллов сделал. Ну ладно, давайте только переходить уже к Скайварсу. Так, ну вот он наш Скайварс. Блин, к сожалению, я в него редко играю, поэтому я тут не умею тут, так сказать, быстро лутаться, быстро соображать. Но все-таки играть я умею, значит, и в Скайварс, получается, можно играть. Все-таки иногда-то я на него захожу, я же никогда в него не играю. Я не знаю, конечно, что я сейчас сказал, не никогда, это как-то глупо прозвучало, но да ладно. Так, а воды у меня нету, нифига себе. Блин. А воды-то у меня нет. Так, тут самое главное в этом Скайварсе зелье скорости, эндерперлы, сбивать врагов. Блин, вот он, если бы сейчас не спугнул моего врага, я бы его скинул. Так, ладно, у нас всех есть лук, получается. Так. Так. Тихо. Тут самое главное в этом Скайварсе, так это не упасть. Вот. Блин. Ой, я зелье выкинул, молодец. Так, сейчас стрелять будет. Ну ладно, не он, так другой. Так, первый есть. Так, первый килл есть. Так, сейчас второй килл. Да, второй килл есть. Хорошо. Сейчас пока тащим, но это пока что, потому что сейчас на середине куча людей залуталось. У меня же такой себе, конечно, этот, так сказать, сет. Еще самое главное, просто глупо не упасть. Так, о, ведро лавы. Не знаю, зачем, но пригодится. Так, а что у меня по броне? Так, ну, в принципе-то неплохо. Так, алмазка. Пути не зачаренный, но алмазный же. Так, горящий стрел. А, во. По ноже. Сюда. Тихо. Какой удочкой? Зачем я удочкой дрался? Все, хана, блин. Блин, давайте еще одну, а. Ну вот просто бывает такое, знаете, все так быстро происходит, и ты даже не замечаешь, чем ты дерешь. Я вот, например, удочкой вообще дрался. Ну хорошо, хоть это не досками. И то не так обидно, знаете. Так, это сюда, получается, все по-быстрому сортируем. Яблоки, конечно, выкидываем, нафиг они нам вообще сдались. Так, все, воду сюда, броню надеваем, это все вот сюда убираем, по-быстрому вот так вот все сортируем. Вот так. Сразу зельку используем. Еще одну сюда.
Ну, в принципе, я вот так вот всегда сортирую. Для меня это, в принципе, удобно. Может кому-то показаться это очень странным, но для меня это удобно. Так. Ай, на этой карте, получается, у нас все сидят на одном месте, да? Нет. Ну нет, так нет. Иди сюда, иди, иди. Он меня застроить хотел, ты чё, вообще что ли? Это Skywars, а не застрой. А не застрой друга. А, нет, 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 нет. Все нормально. Все, вижу чела. Ай. Давай. Ой, попал как. Так, яблоки подбираем быстренько. Он меня хотел просто-напросто... У него нет поножей случайно? О, есть, хорошо. Либо я там не подобрал, либо у меня их не было. Так, в принципе, только скорость еще нормально действует. Можем куда-нибудь сейчас бегать. Только куда, я не знаю. Ну вот, например. А, давай, сам. Сам так сам. Сколько у него хпшек? Обалдеть. Опять ты? Да что ж такое? Он никак не умется. Так, у него есть что-нибудь получше, чем у меня? Так, откидывание. Все то же самое. На середине он побывал, ничего лучше нет. Все эндербраллы потратил. Это ж капец. Ладно, давайте захаваем яблоко. И пойдем все-таки того странного челика добьем. Я прям достал. О, рефлю. Эндербрал. Отлично. Куда он делся? Все, это точно ему сейчас хана будет. Опа, сюда. Я не схавал яблоко. Он застроился? Он застроился. Вот молодец. Все, хорошо. Так, забрали наконец-то этого надоедлого чела. Остался последний. Я надеюсь, это будет у нас победа. Потому что я люблю выигрывать Skywars, при этом, ну, как я уже говорил, из-за того, что я редко в него играю. Так, в Бедварс-то... Вот, в Бедварс обидно проигрывать. Когда ты в него почти каждый день играешь, проигрываешь. О, так, что тут? Ага, понял. Так. Капец, как я не попал. Попал. Не надо себя там тушить. Так, надо сейчас к ним просто тпхнуться и все. Все, изи килл, да? Не надо от меня сбегать. Не надо от меня сбегать. Как сквозь... А, все, он труп, он все. Жалко, не мой килл. Давай я тебе помогу. Да куда ты? Почему-то... А, это же камень. Кирку, срочно кирку. Все, изи. О, все, победа. 4 килла, в принципе, неплохо. Ну и давайте тогда уже переходить, получается, к стик-дуэлям. Итак, вот он наш стик-дуэли. Я, в принципе, в них часто играю. Просто... Я не понял. А так нечестно. А какого фига ты так высоко прыгаешь? Это под каким-то там лягушачьим эффектом. Ну так я тебя вынесу. Я-то в стик-дуэлях всегда разминаюсь перед Бедварсом. Поэтому, блин, мне так нравятся эти партиклы, они меня прям это, как будто я 1000 прям кликов в секунду делаю, я не знаю. Давай, иди сюда. А, не хочешь, как хочешь. И тут мы, наверное, катки 3 сыграем, потому что это быстро слишком заканчивается. О, чух. Это слишком быстро заканчивается. Да и это, в принципе, с ним. Только прыгать и умеешь, да? А ПВП-шиться не? О, все, понял. Разговоров нет. ПВП-шиться умеем. Тихо, блин, да что ж такое-то, а? Я хочу все время, знаете, как редюсеры делают, но я, к сожалению, этого делать не умею. Ты еще у меня дракликом сегодня опять не очень. Я вроде играл, драклик был нормальный. И тут бац, решил видео записать, а драклика нет, он просто ушел. Так, все. Победа, да? Вот теперь с розовым каким-то челиком играем, я думаю, он тоже неплохо играет. Так. В принципе, мне кажется, тут даже лучше как-то играл. Этот еще... А, нифига, это что сейчас было? Это у меня или у него? Интересно было. Так. Возможно, это все из-за сервера. Да, в принципе... Блин.
В принципе, это тоже сейчас будет не очень сложно. Сейчас до скольки мы тут вроде до 3. Тут всегда по-разному, хоть до 10 ты играешь, тут всегда по-разному. Тут не угадаешь, до скольки ты играешь. Но мне кажется, эта катка будет до 3 30, да? Хотя, кто его знает. Да блин, нифига ты бьешь. Не, все-таки поначалу судить не стоит. Он прям сейчас неплохо начал попасть. Да? Нет, все-таки не до 3. Тут всегда по-разному. Так, ой, вот это я упал. Ну да ладно, в принципе, сейчас добежу. Иди сюда. Оп, оп, драклик. Все, АФКшник, что ли? Все, надоело играть. Да нет, вроде. Давай, я дракликом хочу. Давай, драклик. Опять я хожу медленно, а что это я так, на контрол, что ли? А, я на контрол не нажимал. Да я сбоку могу просто вот так вот тебя обойти, что мне тут твои преграды. Вот у нас следующий, последний получается скин, прям профессионально выглядит. Сейчас, наверное, PvP-шка будет как профессионал. О, тихо. Нифига себе. Ну, конечно, профессионал. Ну, чё так соперничек в конце попался? Ну да ладно, давайте сейчас попробуем и с ним справиться. А, и ты что ли АФКшник? Да сколько можно-то, а? Сейчас мы с вами вот так вот будем. Оп-оп-оп-оп. Вот так, смотрите. Оп. Да блин, ну ты чё сбил? Я так хорошо мунволком шел. А он все взял и сбил. Так, в принципе, неплохо расстроился. Против драклика ты... Чел, ничего не сделаешь. Хотя... Блин, сейчас же... Нет! Я же его сбил! Ну ладно, в принципе, кажется, достойный соперник попался. Знаете, прям такая финалочка и достойный соперник. Это очень даже неплохо. А-а-а. Вот моя стихия, это падать, в принципе. Оп. Сейчас я, как понимаю, наверное, последний раз мне его надо будет сломать. О-о-о. Нет, все-таки. Да блин, он слишком жестко что-то дерется. Так, я понял твой план. Но ему не свершится. Чел! Как и близко ты оказался. Блин. По бокам, конечно, строится это такое. Все, наконец. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И вы подпишитесь на канал и поставите лайк. Всем удачи и всем пока.